ждет нас за поворотом? Туннель? Может быть. Или просто дорога в горку? Просто дорога в горку. Да, и знак «Осторожно, камни». Какая там высокая гора, конечно. Такой скалы прям свисающие. Какая-то совершенно другая погода, как будто бы. Кстати, 16,5 градусов. А потому что мы в горы, наверное, ладно, поднимаемся. Я думаю, поэтому. Теплый. Теплый? Не очень теплый. Угу. Обычный, мне кажется. Как и было утром. Понятно. Какая красота. Угу. Прям древнее поселение. Скала нависает, такая совершенно вообще, конечно, шикарная сверху. Конечно, это такая зелень активная. Причем вообще не пожелтевшая, ничего. Словно тут вообще время остановилось. Она даже больше, знаешь, на весеннюю похожа у нас. У нас, когда только листья появляются, они такие светло-зеленые, да? Ну да, кстати, такое что-то. Угу. А здесь вот они... Ну, может быть, здесь как-то кура и нет такой... Ну, может быть, именно. Всегда прохладно, да, стабильно. Смотри, вообще, да? С ума сойти. Как туда забираются? Да, такой городок в горе. Такие дома все, они каменные. То есть, может, скорее всего, все равно жарко здесь очень летом. Думаешь? Ну, мне кажется, да. Можно?